Шаг в большой спорт. Самые маленькие тюменские дзюдоисты получили свои первые в жизни пояса. Пока белые. Изменится ли их цвет, теперь зависит только от них и родителей, которые приняли самое деятельное участие в церемонии посвящения в дзюдоисты. Тюменский центр олимпийской подготовки встретил порядка 200 малышей. Для них постарались сделать настоящий праздник. Я вообще счастлива, волнуюсь действительно за сына. Но я очень рада, что смогла с работы отпроситься и приехать. Это только кажется, что белые пояс заслужить очень просто. На самом деле начинающий дзюдоист уже должен усвоить базовые знания. Но белый пояс дается не просто так. Дело в том, что чтобы его получить, ребята сдали очень серьезный экзамен. Дело в том, что в дзюдо система поясов от белого и выше, выше, выше. И все ребята, кто занимается, кто полгода, кто год, они сдали этот экзамен. И сегодня у них будет праздник, им вручат первые свои белые пояса, поздравят их родителей и дают напутственные слова. Я надеюсь, что тюменское дзюдо будет процветать и становиться сильнее. У нас в Центре олимпийской подготовки, да и вообще в целом тренерский состав в Тюменской области очень сильный, хорошие тренера. Чем тебе нравится дзюдо? Чем тебе нравится этот вид спорта? Я медалька! Грамота! Грамота! Ну, мое впечатление, когда у меня была битва по поискам, нужно было выдернуть поясок до спины соперника. И я там просто никому не дал шанса, у меня ни разу никто не вытянул. Посвящение в дзюдоисты – это не соревнование. В этот день грамоты получили все.